Микрорайон Новокосино-2 возводится в городе Реутов на границе с Москвой, в 10 минутах пешком от станции метро Новокосино. Девелопер проекта – инвестиционная компания «Эксперт». Первая очередь сдана. Срок сдачи второй и третьей очередей – конец 2013-2014 год. В продаже имеются квартиры-студии, 1-, 2- и 3-комнатные квартиры. Микрорайон реализуется согласно 214-му федеральному закону. Покупатели могут воспользоваться выгодной рассрочкой и ипотекой.